Всем доброе утро, сегодня новый день. Я уже давненько так проснулась, сейчас 2:30. Я думала, сейчас хотя бы 12. Ладно, значит, я не давненько проснулась. Вчера погуляли, сходили, во-первых, в кино с Никитой и его братиком на клаустрофобы. Не советую никому тратить деньги, идти на этот фильм. Потом гуляли с Дианкой, потом пошли домой, потому что было холодно. Сейчас, кстати, тоже на улице достаточно прохладно. Сейчас я собираюсь готовить пирог вишневый. Для начала я очищу, помою всю вишню. Спасибо, кто мне там написал о том, как избавляться от букашек, точнее, в соленую воду добавить. Я знаю, я слышала миллион раз этот лайфхак, я сама даже помню, когда это проверяла. Обычно я просто кидаю ягоды в воду, да они и так всплывают, но и соленый тоже отлично все работает. Все, пойду я сейчас чистить ягодки, добавлю еще иргу, чем я там еще, малинку чуть-чуть. Так что почищу ягодки и вернусь к вам. Пирог я в итоге готовить, скорее всего, не буду, потому что у меня нет масла сливочного, у меня нет крахмала. Идти мне лень, в магазин не хочу, я на это тратить. Ну нет, хочу, я хочу пирог. В общем, мне сейчас лень готовить. Я очень, конечно, хочу салатик. Пирог. День номер 2. Я завтракаю также. Очень понравилось. Точнее, если бы еще чуть-чуть точнее, да? Я ничего другого просто не хочу есть. У меня что-то ничего не лезет, хотя уже 3 часа дня. Каша пресоленая. Что-то какой-то кошмар. Все, всем доброе утро, доброго дня и приятного аппетита. Ребятки, я уже собралась, я вам вроде не говорила, куда я собираюсь. Смотрите, сегодня у меня вот такие стрелки, сегодня они у меня другие. Сегодня я красила своей подводкой фломастером, для этого я красила маминой подводкой. Я очень люблю тонкие кисточки. У этой подводки руки в крему, не могу открыть. Она вся стерлась, покупала ее в Магнит-косметике за 300 рублей. Так вот, у меня потом сел телефон, купила за 300 рублей эту подводку. Сейчас я готовлю ужин, быстренько хочу поесть, у меня дико болит голова. Придется опять пить таблетку, вчера опять пила, сегодня опять буду. А потом в 6 к 6, в 6:30 я иду к Аделине. Я уже собралась заранее, накрасилась, волосы сделала, завила. Они у меня вчера были завиты, до сих пор не упали особо. Вот, такие дела. Так что все там поснимаю вам. С Олей встретимся наконец-то. Давно мы с ней очень не виделись. Так что пойду я кушать. Всем приятного аппетита, кто тоже будет кушать. Сажусь тоже покушать. Салатик. И таблетку потом выпью, очень мучаю, голова ужасно болит. Так что все, всем приятного аппетита. Ребятки, я уже собралась, до конца вышла, встретилась с Аделиной. Всем привет. Олю мы потеряли, точнее, она берет трубку. О, голова у меня до сих пор не прошла, немного болит. Вот. Что мы будем делать? Ничего. Общаться. Общаться, да. Какие дела? Сейчас мы идем уже скоро к Аделинке домой, доходим почти, так сказать, в другую сторону, правда, идем. Встретимся уже у нее дома. Я уже у Аделины. В итоге Оля не придет, потому что она вышла на работу. Очень интересная, конечно, ситуация. Ну да ладно, сейчас я буду есть тут вовсю. Сейчас я вам покажу, что я буду есть. Булочку. Фу, другое некрасивое. А нет, нормально. Ну, ты в тарелку мне наложишь. Прямо сейчас? Да, я хочу. Ну, сейчас руки помою в тарелку, схожу и будем с вами кушать. Ну, её отдавать ты не представляешь. Я сажусь покушать. Всем... А соус есть какой-нибудь? Да. Сейчас будет. Соус будет. Так что все, всем приятного аппетита. Перец хочешь? Не. В смысле? Обычный болгарский. Сейчас попробуем с вами такую рисочку. Аля. Как это? Ребяточки, как это? Да. Пробуем.
Просто какой-то си. Риск в шоколаде. Понятно. Ребятки, я все еще в длинке сижу. Читаю комментарии. Что-то про похудение вы у меня спрашиваете. Скажу честно, я не могу вам дать совета по похудению. Почему? Потому что я, когда пыталась худеть, у меня ничего не выходило, и я худела сама по себе. Не обязательно я переставала есть, я там, не знаю, спортом занималась. Когда я спортом занималась, я весила столько же, сколько и весила до похудения. Единственный способ, по которому я реально худела, я пила прополис. Это пчелиные какие-то, я не знаю, как это назвать, что-то там пчелиное. Это реально был толковый метод похудеть для меня. Я даже недавно опять собиралась худеть с помощью этого, но вспоминаю этот кошмар. В мае этого года я начала пить прополис за месяц до своего дня рождения, потому что у меня были проблемы с желудком. Вообще, я пила прополис только из-за того, что у меня были проблемы с желудком. В итоге я на протяжении месяца не могла есть никак, абсолютно никак. Помню. Ну вот, не ем, пить могу воду там, например, пить могу, в общем, есть не могу никак. Хоть что могу пить, есть вообще ни в какую. 14 мая с утра собираюсь ехать, даже влог у меня есть с этого дня, можете посмотреть. В этом году 14 мая собираюсь ехать в Стерлитамак, готовлю себе омлетик, меня опять дико тошнит из-за этого лекарства, я не могу ни есть, ничего. Приготовила омлет. Омлет готов, смотрю, меня начинает тошнить, ну я не блюю, просто тошнить начинает, и выкидываю в мусорку омлет. Не поевшая, еду в Стерлитамак, на своем дне рождения особо не ела, помню, шашлык был, салаты были. Только на утро начала есть, когда якобы аппетит появился. На утро, помню, едим с девочками. Спокойной душой начинаю есть, рыбу уже хочу поесть, и мне опять, помнишь? Да. Меня начинает дико тошнить, просто это был кошмар. Так что... Побочный эффект — дико тошнит. Из-за этого ты перестаешь есть, видимо. Из-за этого желудок как-то, может, в норму приходит, потому что ты не можешь есть, что попало. Ты можешь есть, там, допустим, овсяную кашку, крупы и так далее. Ну, в общем, это не... Это действительный метод, но он очень плохо сказывался на мне. Вот я даже недавно, говорю, хотела опять начать есть. Пить прополис. Но поняла, что я лучше похожу вот в такой форме. Мне сейчас все устраивает, в принципе. Но опять вот это ужасное состояние, я не хочу защищать. Я еле как прожила этот период, я серьезно. Это был ужас. Так что, как худеть, ребят, я не знаю, честно говорю. Я никогда нормально не худела. Помню, в 10 классе пыталась похудеть, спортом занималась. В итоге жрала как не в себя. Забила и похуделась само с собой. Помнишь, я в 10 классе? Ну, чуть-чуть да. Такая была. Как дрыщавая? Нет. А, типа наоборот. Полненькая. Ну, у тебя просто были большие щеки. Пополнее было. Да и тело у меня было уже такое толстое. Прям 8-48 весело. Ну, ничего не скажу, что я прям была прям толстая, но... Попуклее, чем сейчас. Да. 48-49 я весила, сейчас я вешу 44-45. Вот недавно она показывала. Так что пока я не знаю, как худеть, я не худею и пока не буду худеть. Единственное, чем бы я хотела заняться, это качать мышцы, но никак не могу взяться, так сказать, и начать что-то делать. Так что советы я вам по этому поводу дать не могу. Мы пошли дальше длинненько сидеть. Сейчас нектарин поем, очень давно уже хочу, смотрю на него. Так что все. Вообще главный совет, наверное, это любите себя. Да. И принимайте свой вес. В любом виде. Я даже не представляю реально, как можно худеть. Вот я пыталась, вот у меня не получалось вообще. Я помню в школе, помнишь, не жала, салат брала капусту, ты помнишь? Да. В итоге я так жрать хотела, это просто ужас. Потом домой пришла, йогурт взяла, так жрать хотела. Это вообще, вот ограничить себя в еде. Это как-то неправильно, вы потом сорветесь и все равно наберете эти килограммы. У меня никогда не получалось ограничиваться. Сейчас я все ем сколько хочу, что хочу. У меня просто очень быстрый метаболизм. Это единственное, что хочу сказать, почему я сейчас не поправляюсь. У меня просто быстрый метаболизм. И... Да, она как утка ходит в туалет. Да. Ну, кстати, последний год нет. Я переехала, все нормализовалось. Вообще, мне кажется, 80%
здорового тела и похудения зависит от еды. Типа не ешьте всякую. Конечно. Вякость. Там устраивайте себе читмил раз в день, в неделю. И все, а так питайтесь правильно. Сейчас я начала себя ограничивать, знаете, в чем? В чипсах. Единственное, из-за чего, из-за того, что они подорожали. Реально, я теперь только раз в месяц, иногда реже, ем чипсы. Раньше мы каждый день их с тобой ели. Я их обожала. Я до сих пор их люблю, но я раньше их ела прям до блевоты, пока не, ну, прям тошнить не начнет сильно. Ну, конечно, они раньше 75 рублей стоили, а сейчас 119 даже в КБ. То есть, из чего я сейчас не жру всякие кошмары, так это из-за цен, реально. Были бы цены прежние, я бы ела. Все, встретимся попозже. О, ребята, мы уже с Аделиной посидели, к нам уже Оля пришла, Оля уже вырубилась, отрубилась, спит. Мы с Аделиной уже спать ложимся, забыла то, что вам осталось, с вами попрощаться осталось. Мы желаем вам спокойной ночи, мы хотим тихо спать, завтра я рано бегу домой, потому что мы завтра едем в деревню. Мы идем с Олей на работу. Такие дела, так что все, мы спать бежим. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи, до завтра. Всем пока!